этой неделе. В Бишкеке из-за беглого экс-президента Бакиева и его окружения настоящей атаке подверглось белорусское посольство. Граждане Кыргызстана, родственники погибших и пострадавших во время апрельских беспорядков 2010 года решили устроить пикет возле дипмиссии. Пикет перерос в потасовку. Митингующие попытались прорвать оцепление безуспешно, хотя без последствий не обошлось. В окна полетели камни. Митингующие попытались достучаться до белорусских властей. Они требовали выдачи бывшего главы республики и, прежде всего, его младшего брата. В интернете появилась фотография человека, похожего на Жанибека Бакиева, где видно, что тот свободно разгуливает по Минску. Это, собственно, и привело людей к зданию посольства. Жанибек Бакиев, младший брат экс-президента Курманбека Бакиева, был главой службы государственной охраны Кыргызстана, бежал из республики после апрельского переворота, объявлен в международный розыск по линии Интерпола, подозревается в причастности к массовому расстрелу людей 7 апреля 2010 года в организации беспорядков на юге республики и убийстве Медета Садыркулова, бывшего руководителя администрации главы государства. Официальный Бишкек также добивается экстрадиции Жанибека Бакиева. В Минск был отправлен соответствующий запрос, а Министерство иностранных дел Кыргызстана обратилось в исполнительный комитет СНГ с просьбой о помощи. Наше обращение, чтобы исполком СНГ определился со своей ролью в этой части, когда сложилась непростая ситуация. По наши требования, что мы считаем вполне законно, это уголовные преступления. Тем не менее, одна из сторон воздерживается от их исполнения. Впрочем, информацию о пребывании как бывшего президента Бакиева, так и его родни в Беларуси посол этой страны в Кыргызстане назвал сомнительной и пояснил, распространяют ее оппозиционеры, и здесь больше политики, чем доказательств. Я не подтверждаю ни на сколько факта, не опровергаю фактом. Бывает, не бывает. Это я опять-таки ссылаюсь на вашу фактуру, фактуру вашего брата. Вы говорите, он бывает и в Кыргызстане, я не говорю, не вы говорите, а и в Казахстане, и в Таджикистане, и в Турции, скорее всего, и в России, и так далее, и так далее. Так тогда получается то, что Жаныш Бакиев свободно передвигается по всем территориям. Извините. Значит, что-то здесь внутри не работает. Посол также пообещал, что в ближайшее время Минск ответит на все претензии Бишкека. В посольстве же Беларуси сейчас усилили охрану. МВД разыскивает виновников потасовки. В другое здание дипломаты переезжать отказались. К тому же разбитые стекла уже заменили.